Проверка по делу мальчика-инвалида, который выпал из окна второго этажа в понедельник, завершена. Полицейские пришли к выводу, что это был несчастный случай. Окно в комнате, где находился ребенок, было приоткрыто. Мама мальчика постоянно проветривает квартиру. Иначе, как она пояснила следователям, состояние здоровья малыша ухудшается. Более того, проверка показала, что семья положительная, о ребенке хорошо заботятся и любят его. А посему никаких оснований, по заключению следователей, для привлечения родителей какой-либо ответственности.